Здравствуйте, перед вами камера Sony AS30V. Собственно, я на нее еще не смотрел, сейчас посмотрим вместе с вами. Причем я купил набор AS30VW, который позиционируется как набор уже для ношения. То есть в наборе есть ряд аксессуаров. Вот здесь вы можете посмотреть, каких именно. Перечислять не буду. Как, наверное, и показывать их в этом видео особо не буду. Потом их отдельно покажу, наверное, каждый. Ну, за исключением стандартного чехла водонепроницаемого. Собственно, сама камера. Купил я такой набор в магазине 003. В чем смысл? Там есть обычная эта камера без дополнительных аксессуаров за 7990. Самая низкая цена, которую я нашел. Но при этом там еще и купон на 1000 рублей был для всех. И получалась она вообще 6990. Вот. А такой набор стоил 11990. Если со скидкой 1000 рублей то же самое, то это получается уже 10990. При том, что бесплатная доставка там на такой набор. Но там еще есть кнопка назвать свою цену. Я указал цену 10 тысяч, и мне ее подтвердили. Не знаю почему, как. Может быть, такие наборы реже продаются, чем стандартная камера. В общем, за 10 тысяч мне эту камеру продали. Чтобы не заморачиваться с поиском аксессуаров, я решил все же переплатить немного. Взял сразу такую. Вот касаемо аксессуаров, потому что не всегда их легко найти. Вот. Есть, кстати, вариант, поскольку у нее здесь стандартные крепления для штатива. В принципе, на eBay продаются обычные переходнички маленькие с крепления GoPro на вот такое вот стандартное. И можно любые аксессуары от GoPro использовать. Но мне они как-то меньше понравились, чем соневские, поэтому я решил все же взять соневские. Так, сама камера. Вот видите ее чехол. Просто я ни разу еще не доставал. Не знаю, как что-то тут устроено. Вот такая вот она маленькая. Так, что хотел? Хотел посмотреть размер камеры и размер чехла в отдельности, потому что везде как-то с этими параметрами недостаточно информации было, когда я ее покупал. Значит, смотрим. Вот так вот, размер камеры ровно 8 сантиметров. Ровно 8 в длину и 4,5 в ширину. Толщину 2,5, даже чуть меньше. Так, размер чехла. Вот будем смотреть от кнопки. Девять с половиной в длину. 5,8 в ширину и 3 сантиметра в толщину. Вот такие вот размеры самой камеры. Так, здесь у нас, что у нас здесь? Как-то. Вот. Значит. Вот видите, какие есть разъемы. Понятно, мини-HDMI. Значит, выход для внешнего микрофона. Ну и выход для зарядки камеры, видимо. Ничего необычного. Значит, сюда вставляется аккумулятор. И здесь
разъем для карты памяти, причем написано, что поддерживается и, видимо, и обычный microSD, и microSD вот этот M2. Так. Это понятно. Ну вот, собственно, давайте посмотрим еще, что внутри коробки. Заострять на это внимание, повторюсь, я не буду. Гарантийный талон Sony. На русском языке. Здесь адреса авторизированных сервисных центров. И это у нас целая куча бумажек на разных языках просто, что ли. Так, понятно, это видеокамера. Ну да, наверное, на разных языках. Так, сразу давайте посмотрим, наверное, что здесь у нас запечатано. А, вот оно, крепление, наверное, на руку. Да, все правильно. Крепление на руку. Это вот набор креплений на голову, тут на шлем, на все подряд, в общем. Вот такие вот тут всякие штуки. Ремешки разные. Понятно. Это для крепления на доску или на шлем. Здесь их должно быть два, да. Один плоский, другой изогнутый. Вот так вот выглядит. Давайте еще с управлением камеры разберемся. Вот, значит, как выглядит инструкция. Здесь, в принципе, есть все обозначения, что для чего, что от чего. Тут ничего интересного, сама карта памяти, тут как ее заряжать. Ну и вот настройка меню полная, все пояснения всех пунктов и подпунктов. Значит, управление и настройка осуществляется тремя кнопками. Кнопкой Next, вот она включается. Здесь, значит, видите, фото, интервальное фото, настройки, Play, это выключить камеру, и Movie, собственно, видео. Вот дальше. Вот, чтобы выбрать любой из режимов, просто, ну, сейчас карты памяти нет, он не работает, нажимаем на кнопку Rec, и начинает работать соответствующий режим. Настройки, соответственно, выбираем, и этими же кнопками выбираем уже, соответственно, подпункт. Вот описание, название всех подпунктов. Ну, к примеру, что нам нужно, допустим, angle, угол поворота, вот, то есть угол обзора, вот, выбрали и меняем, 170-120 градусов, два режима, back это отменить, то есть назад просто, вот, выбрали 120 градусов, все, дальше, например, хотим изменить, собственно, время интервальной съемки. Вот, выбрали,
5 секунд, 10 секунд, 30 секунд, 60 секунд и обратно. Вот. Ну, поставили 10 секунд и так далее. В принципе, все достаточно удобно, легко. Вот. В комплекте, кстати, идет только вот один микро USB кабель, то есть как вот дополнительное зарядное устройство нет, заряжается от компьютера. Ну все, спасибо за просмотр, всего доброго, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые интересные видео.